Всем привет! Давайте с вами отложим вязание. И я хочу с вами поделиться косметикой для лица. Это никакая не реклама, это мой личный опыт. Я хочу вам рассказать про одну такую вот косметику, которую вот я полюбила благодаря моему косметологу. Я полюбила вот такую вот косметику, она называется Janssen. Косметика, она из Германии, производитель Германия. Вот здесь вот 50 миллилитров. Крем дневной, осветляющий, защитный, 50 миллилитров. Изготовитель Janssen Cosmetic, Германия. Так. Ну и все, что здесь у нас написано. Но вообще сам крем... Я не знаю, может быть, кому-то видео-то покажется интересным, полезным. Я перепробовала много косметики. Я использовала также клиник. Сейчас покажу одну минуту. Баночка у меня осталась, только она далековато. Клиник вот я брала. Вот этот вот крем я брала на пробу. Здесь суть в том, что он в течение 100 часов сохраняет, ну, влажность лица, именно сохраняет влагу. Как сказал мой косметолог, у меня сухая и тонкая кожа, поэтому мне нужно дополнительное увлажнение. Я к ней хожу на массаж лица, и она мне, перед тем, как начать массаж, она мне промывает лицо умывалкой Janssen. Такой классный, классный такой запах, такой вот, именно вот такой вот... какой-то вот свободы такой запах, да, не то что свежесть, запах свежести, а запах свободы такой, да. И вот она мне в конце наносит крем Janssen, только зимой она мне наносит ультраувлажняющий крем, это немножко другой сейчас, у них тоже есть серия ультраувлажняющий, он голубенький такой, да. А это уже я взяла на вот это лето, потому что летом, ну, как бы появляются, знаете, там пигментные пятна, родинки какие-то дополнительные такие на лице. И здесь вот фишка в том, что здесь вот 20 SPF в составе есть. То есть, смотрите, здесь написано, я вам зачитаю, осветляющий крем с SPF 20 заметно выравнивает тон и скрывает несовершенство кожи благодаря входящим в его состав сверхтонким белым пигментам. Высокоэффективный ингредиент гексил резорцин оказывает на коже осветляющее действие и при регулярном применении препятствует появлению желательной пигментации. Ежедневно утром наносите на чистую кожу, легкими массажными движениями избегая зоны вокруг глаз. Я до этого использовала, покупала клиник. Клиник, у них была такая серия оранжевых кремов. Это вообще супер маленькая, видите, да, сколько здесь объем. Здесь вообще 15 миллилитров. 15 миллилитров. Сейчас я, подождите, я возьму баночку. Вот, смотрите, я нашла эту баночку. Вот так вот она выглядит, да. Это пробник такой, можно сказать, да. Он продается в крафте у нас в Беларуси, в Минске. Пробник стоит 33, по-моему, рубля. Есть, ну, оригинал 50 миллилитров, и стоит она там 100 плюс. Ну, я уже точно не помню. У меня было просто немного денег, я купила, да и вообще, в принципе, как бы, да, я очень критично отношусь, особенно к дорогой косметике. Клиник — это супер дорогая косметика, ну, для меня, может быть, есть еще дороже, но я уже туда не заглядываюсь, поэтому, как бы, делюсь вот именно со своим опытом. И я взяла на пробу вот такой вот крем, он уже у меня закончился, вот так вот он выглядит, да, он немножко закончился, чутка осталось. Буквально. Он такой немножко, знаете, он неплотный, он немножко жидковат, как бы, да. И мне вот, хотя тут написано, типа, до 100 часов он удерживает влагу на лице, ну, не знаю, если одеваешь маску, как бы, да, то ты там дышишь, у тебя потом, ну, такое испарение на твоем лице, то да, влажность чувствуется, вот, но... Не хватало именно вот, когда первый клиник я свой купила, у меня был оранжевый, вообще такой оранжевый с SPF 25. Такая не круглая была баночка, а такая квадратненькая, и немножко закругленные уголки были. Вот, это, вот там была мега крутая прям вообще вышка, просто суперский крем. Он был такой белый, плотный достаточно, назывался он ультраувлажняющий, SPF 25.
Вот. И реально, вот я, понимаете, у меня было всегда такое чувство, что я выхожу с ванной, да, и мне как будто сейчас лицо мое прям начнет трескаться, если я начну улыбаться. Вот, ну, реально сухая кожа. Хотя мне всегда казалось, что она у меня как бы жирная, там, ну, просыпаешься, немножко блестит, да, там протираешь, и остается как бы такой жир. Ну, не такой прям жир. Это я уже чисто, чисто откровенно с вами беседую. Рассказываю свой личный опыт. Вот, я купила вот этот, ну, как бы он мне не особо понравился, потому что не тот эффект, который я хочу. Я хочу, чтобы он был поплотнее, этот жидковат. Вот, ну, в целом, мне, на недельку мне хватило, хотя на работу я встаю каждый день, я мою голову с утра. Ну, вот, это моя фобия, я уже не могу. Я не могу находиться на работе, если у меня грязная голова, неприятно. Вот так вот выглядит этот кремик, 15 миллилитров, короче. Вот, это клиник. Классный, но не мое. Это не моя фишка. Тот крем, который мне нравился, Клиник Оранжевый, который я вам рассказывала с SPF, он закончился уже давно, несколько лет. Стоил он на тот момент 89 рублей. 890 тысяч, тогда у нас были тысячи. И потом они просто его сняли с продаж. Вообще сняли с производства. Сейчас его вообще нет. Вот. Это что касается вот этого. А сейчас вот я все-таки решила вернуться к вот Янсен. Я покупала такой голубенький. Здесь немножко розовенький, если вы присмотрите. Да, у них там есть голубая серия, тоже ультраувлажняющий. Вот там мега круто. Но там нет SPF. На зиму супер, отлично, как бы, да, хватает тоже, в принципе, надолго, потому что там каплю наносишь, знаете, как фейри, да, моешь капля, да, то здесь каплю наносишь на лоб, каплю наносишь там на щеки и все остальное, и прям, ну, реально у тебя кожа, она чувствуется, что увлажнена, прям мега увлажнена, и это сохраняется в течение целого дня, вот, хотя, как бы, знаете, у меня такой вот, я очень люблю кофе, да, и вот когда выпьешь чашку кофе, я не пью крепкий кофе. Вот, я куплю, ну, кофе с молоком, со сливками, и такой кофе такой некрепкий. Вот, но все равно после вот этого вот, как попьешь кофе, такое ощущение, как будто лицо начинает трескаться. Ну вот, я открыла, да. Я не знаю, что меня там ждет. Вот, абсолютно не знаю. Давайте посмотрим вместе. Мне реально немножко страшновато. 50 миллилитров. Я первый раз покупаю именно вот эту серию. Но я знаю, что голубая серия прям крутая. А здесь я просто брала уже с SPF. Если скажу своему косметологу, она на меня, конечно, обидится. Потому что я у нее заказывала голубую серию. Итак, пам-парам. Опа! Ух ты! В такой баночке у меня впервые. А в голубая серия у меня был такой тюбик, знаете, вот тюбики не люблю, хотя они, конечно, можно в конце отрезать и еще попользоваться, да, но тюбики, конечно, я не очень люблю, а здесь вот прямо такая вот баночка, вот так вот она выглядит, и сейчас я посмотрю SPF 20, я посмотрю, как он выглядит изнутри, потому что если, ну вот, делаем ставки, да. Я предполагаю, по моим ощущениям, должно быть там плотная консистенция белого цвета, не жидкая никакая, там не розовенького, да, ну, плотная имеется в виду белая, которая такая должна быть, ну, плотная, если вы покупаете из такого рода косметику, да, должны понимать, когда жидкая, когда, я даже не знаю, как она... Пардон, мой кремик упал. Я, кстати, себе решила сохранить вот эту баночку. Она классная. Буду там собирать что-нибудь. Ну, как говорится, в хозяйстве пригодится. Вот так вот это выглядит. Первый раз я вот такое. Кстати, у косметолога я видела такие большие, такие, да, там, ну, они же, понятно, заказывают. Ну, не такие прям большие, мега большие, да, все-таки косметика дорогая. Как оно может в таких тоннах продаваться? Вот, и у них вот такая была, а мне почему-то такая в тюбиках. Мне не нравятся тюбики. Вот, ну, здесь, конечно, ну, придется разбивать, чтобы добраться до истины. Я шучу. Ну что ж, давайте посмотрим, что нас тут ждет. О, боже, да, это так, как я и понимаю. Блин, реально, это то, что я думала. Смотрите,
Это реально, вот мне так жалко столько. Я столько израсходовала этого крема, представляете? Сейчас себе на лицо нанесу. Он прям вот таким. Ну, это очень хорошо, что есть такая дозировка на самом деле, потому что вот такая консистенция. Смотрите, видите? Вот это реально. Оно вот, ну, реально было такое же и в клиник, вот на самом деле, да? Ну, короче, смотрите, вот я нанесла вот эту каплю, видите, да? И сейчас, ну, забрала отсюда и размазываю на лицо. И у меня все лицо, прям все. Нос, подбородок, все это я размазала одной каплей. И лоб, я все размазала. Я вам не покажу, извините, вечером я уже спать как бы ложусь, да? Вот, но я размазала вот одной каплей, вот этой одной капелькой, я размазала по всему лицу. И супер, и такой запах, боже, какой запах, офигенный запах просто. В общем, я нашла, наверное, свой крем. Я, наверное, пока... Он такой, видите, вот, если присмотреться, остался такой блеск, да. Но мне все равно, в плане того, что я хочу быть защищена в плане лицо свое, потому что лицо у меня загорает первым делом. У меня такая кожа, ну, достаточно смуглая, как у папы, да. И я загораю и сразу становлюсь коричневой. Вот, и поэтому, но лицо я хочу свое защитить, поэтому, вот, видите, вот немножко видно, да, блеск, вот так, запах просто офигенный, это никакая не реклама, это просто, я, ну, я просто хочу по-человечески поделиться, чисто вот разнообразить свои видео, да, потому что вязание, ну, реально, поймите меня правильно, я же девочка просто, да. Мне тоже хочется с чем-то поделиться, хотя я не пользуюсь абсолютно косметикой. В последнее время я перестала пользоваться тушью, я делала накладные ресницы, и потом несколько месяцев не советую, вот, потому что потом, когда я решила, ну, сняла последние нарощенные ресницы, у меня были такие маленькие-маленькие крохотулечки, я так испугалась, я переживала, что они больше не вырастут. Вот, и сейчас, в последнее время, я, ну, просто никак ничего, ни репейным маслом, ничем не советую. Во-первых, это ваши глаза. Если вы пользуетесь чем-то таким подобным, это надо делать очень аккуратно. Вот, поэтому я косметикой не пользуюсь. Единственное, что у меня есть тени, мои любимые, которые мне подарила тогда, на тот момент, подруга. Они называются Жаде. Я не знаю, эта фирма существует уже или нет, потому что в последнее время вообще ничего не покупала себе из косметики. Есть еще одни тоже маленькие такие тенюшечки золотые. Вот, тоже их очень люблю. Вот, это единственное, чем я пользуюсь. Ну, гигиеническая помада, классика. Вот, поэтому, если вам вдруг понадобится вот крем, вот, ну, я не знаю, кстати, обошелся он мне в 102 рубля, 102 белорусских рубля. Боже мой, я не знаю сейчас, сколько доллар у нас стоит. Но если из расчета умножить на 2, то $50 получается, да? Ой, подождите, что-то я говорю такая. Боже мой, я после работы так устала, что даже не могу посчитать. 100 поделите на 2, это если, допустим, доллар стоит 2 рубля, ну, к примеру, да? Хотя вы же там как... Ну, короче, если вы вдруг из России смотрите или там с какой-то другой страны. В общем, 102 белорусских рубля стоил вот этот крем. И одна капля мне хватило. Реально, одна капля. Боже мой, я счастлива. Знаете почему? Потому что, когда у меня был тюбик, я постоянно тону выливала на себя. Я не чувствовала. Вот я реально не чувствовала. Или там не было вот этого дозатора, да? Или была вот эта вот коробочка, да? И ты постоянно берешь и мажешь, и мажешь, и мажешь. И тебе все мало, и мало, и мало. А здесь реально одна капелька. И реально мне на все лицо. Я просто счастливая девочка. Вот. В общем, я вам рекомендую, если у кого-то сухая кожа, и кто-то хочет защититься от SPF. Оптимальный вариант, потому что клиник я смотрела для себя. Есть у них там какая-то серия тоже с SPF, только тут 20, в клиник 25. Другая там серия не такая, там оранжевая баночка, тоже такая прозрачненькая, да. А там стоит 176 белорусских рублей, по-моему, если не ошибаюсь. Вот, в общем, такие дела. А по поводу массажа лица, я вам хочу, знаете, что сказать. Если вы ни разу не позволяли себе делать массаж лица, вообще ни разу, мой вам совет, хотя бы один раз на час,
Это стоит просто пережить, понимаете? Возможно, вы заснете. Такое возможно, потому что я чаще после работы делаю массаж лица. Я очень устаю физически. И не то, что физически, а вообще и умственно, и физически, потому что я там и хожу много, и работы много именно умственной. Вот. Я просто сплю. У своего косметолога я просто сплю. Вот. Этот неловкий момент, когда у тебя приоткрывается рот, знаете, такое. В общем, если вы ни разу не были у косметолога, пожалуйста, просто не пожалейте на себя денег, сходите на один час, не надо брать полчаса, сходите на час, это такой кайф. Вы просто реально кайфанете. И мои первые ощущения, знаете, какие были? Мои первые ощущения были, что все годы, которые я прожила на тот момент, когда я сделала впервые массаж лица, все годы тяжбы, вот этой вот весь, ну, плохих моментов, грустных, печальных, там, разочарований, это просто взяли с моего лица и сняли, и куда-то выбросили на помойку. Просто я реально проснулась каким-то счастливым человеком, и я просто поняла, что я больше никогда не остановлюсь. Я никогда не остановлюсь делать массаж лица. Во-первых, это на лице очень хорошо разгоняет кровь, подтягивает ваше лицо наверх, да, потому что мы с возрастом ходим, топчемся, и у нас лицо немножко оседает, так сказать, то здесь ваше лицо подтягивается наверх, вы чувствуете себя круто, вам еще кремиком классным, дорогим помажут на лице, намазюкают всяким, и вы кайфанете. Вот, поэтому один раз стоит сходить просто, ну, просто проверьте, как это. И, возможно, кто-то мне скажет спасибо, а кто-то скажет, фигня какая. Ну, как бы, да. Но мои ощущения были прям потрясающие. Вот, хотела просто рассказать вам про эту косметику, а затронула немножко, чуть-чуть побольше. Ну, просто поймите меня, опять же, правильно. Я девочка, и я тоже человек, я хочу делиться такими моментами. Не все же вязать, да. У меня, помимо этого, есть и немножко другие радости в жизни. Так что Janssens, загуглите, прям вышка советую. Ну, такое более органичное, ну, и тем более Германия, там, производство ж понятно. Все, спасибо всем за просмотр, девчульки. Если вы используете другую косметику, если вы можете мне что-то посоветовать, кроме клиник с SPF-ом, обязательно посмотрю ваше видео. И, может быть, даже прислушаюсь, хотя бы схожу в крафт, посмотрю на деле, на тестерах. А так, ну, наверное, все. Всем спасибо. Всем пока-пока.